Привет, друзья! Сегодня готовим лимонный бисквит. Бисквит получается ароматный, вкусный, с красивым лимонным цветом. Все, что нам понадобится по рецепту, я напишу подробно под видео. В миске соединяем яйца, сахар. Я добавила еще ванильный сахар. И взбиваем все миксером до увеличения массы. Добавляем цедру лимона, сок лимона и постепенно добавляем заранее просеянную муку. Все аккуратно перемешиваем. Я взяла форму 22 сантиметра, выстелила ее пекарской бумагой, переливаю тесто и отправляю в духовку. Духовку разогреваем до 180 градусов. Бисквит был готов через 40 минут. Даем остыть, снимаем пекарскую бумагу. Бисквит получается пористый, ароматный и очень вкусный. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!